По структуре. Мазки укладывать по структуре. Тогда каши не будет. Но это все, что касается масла. Если акварели, там по-другому. То есть не было, появилось. Можно тут же, вот если оно вписывается в сюжет, сразу поменять. И уже от этого плясать цвета. То есть, вот когда вы увидите, что, о, блин, оно, значит, остановились и разрабатываете уже то, что увидели. Макс, вот такой вопрос. Ну вот если я, например, смотрю на натуру, да? Да. Прищуриваю сильно глаза, чтобы увидеть тонально, да, что темнее, что светлее. Значит, я сразу сказал о том, что я буду заниматься пуантализмом в море. Поэтому мне по большому счету можно все это еще раз.